расскажи, как ты? Да не знаю, мы как бы в окружение, чтобы не попали. Тут же у нас. Вот. Да тут пиздец по прямому. Ой, блин, никому ничего не говори только. Тут что-то я творится, не непонятно. Ничего. Непонятное творится что-то, блин. Вот. Тут вчера нас крыли сильно, блядь, очень сильно. У нас и убежало много, блядь, позиций. Я Богу молился, мы 3 часа сидели, блядь, думал. Ой, Господи, как дожить, блин, не знаю. Сейчас а вам нельзя уйти оттуда, Андрюша? Ну ты шо, как уйдешь, куда? Тут везде, блядь, такое творится, что, блядь. Ой, блин. Это же, думаю, позвоню тебе, блядь. Сашке, положи это 10 рублей. Я завтра, я на позицию ухожу. Мы на дальняк уходим втроем. Вот, я попробую это тебе... Это что такое? Ну, это туда, к хохлам. Я слышишь, это... Ну, если я постараюсь позвонить, эту ночь переживем, нормально еще, блин, чтобы это... Уйдем тогда, я после 10, там связь хорошая. Ну, если отхода не будет, я не знаю, чтобы нас не бросили, роту нашу. Так и роты уже не осталось, блин. У нас 2 взвода всего. Ты не говори ничего, это, что это на чатах, ничего. Пойдите. Ты почитай, что там в девке пишут. Потому что они половину сидят в этом. И Андрюха сидит. Сашку не знаю, Сашку что-то не вижу тоже. Но они все там в этом, как его, Кремяной, Кременной. Тут на позициях нету никого. Ага. Ну, они все пишут, что мужья звонят, все хорошо, все замечательно. Я думаю, почему они звонят, молчат? Они все там на банях. А мы здесь на рубеже, блин. Кому ничего не пиши, не говори, блин.